кого ты бежит, 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 на дубинка тебе. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал Счастливый Кролик. Сегодня мы будем играть в очень интересную игру, которая называется Пики. Давайте посмотрим, какая нам выпадет карта. И будем ли мы Пиги или будем игроком. Ребят, а скажите, какая карта больше всего вам нравится? Их уже всего 12. Вот, мне по-прежнему нравится первая карта. Дом. Там очень интересно. Я буду надеяться, что сейчас мы будем играть именно там. Ну давайте проголосуем. И вот я голосую за дом. И все, два игрока голосуют за дом. Теперь настроя. Скорее всего, мы будем играть именно в нем. Да, побеждает дом. Ура, ребята. Давайте, я хочу выбрать бота. Потому что, если мы выберем плеер, нас и так мало. Если кто-то из нас будет Пиги, тогда вообще убегать некому будет. Ну, как я понимаю, игроки хотят выиграть плеера. Да, и побеждает плеер. Посмотрим, кто будет Пиги. Я Пиги. О, господи. Это очень страшно. Я буду свиньей? Кошмар. Ну, я должен буду ловить ребят. Ну, придется. Давайте попробуем. Так, ой. Какие странные звуки происходят. Это я. Смотрите, ребята, я был кроликом, а стал хрюской, с рыльцем и с дубинкой. Ну ладно, раз я хрюска, то так надо. Ой, у меня еще и разные глаза, один красный, другой черный. Я вообще не понимаю ничего. Вот тут мне пишут, что надо дотронуться до игрока, чтобы его поймать. И вот, я побежал. Так, где это вы, ребята? От меня никто не спрятится. Я злая свинья. А вот и первая жертва. Догоним и... На! Получай. Думал, убежит от нас? Нет. Я пойду искать следующую жертву. Никто от меня не спрятится, потому что я хрюска. Так, где же? Вот. А вижу белую девочку, ладно, наверху. Иди сюда, прыгай ко мне. Я тебя не обижу. Я спрячусь. А где она? Вот, уже пропала. Ничего не понимаю. Куда-то она спряталась, ребят. Здесь, наверное, она знает какие-то нычки. Тут ее нету. Странно. О, еще одна девочка. Сейчас я ее подкараулю и дам по голове дубинкой. Иди сюда. Ах, она убегает. Быстро как бегает, смотрите. Не догонит так сразу. Ну, я тебе... Ага, попалася. Дубинкой бум. И нет, девочки. Давайте искать. А вот эта беленькая. Ну-ка, иди-ка сюда. Иди сюда. Си, прямо пришла на меня. Как-то, наверное, у ней мышка заела, и она не смогла убежать. Или пальчики на планшете не туда надали. Но смысл один. Мы ее замочили. Давайте, ребята, искать еще. Где-то прячутся эти маленькие детишки. Так. Пойдем сходим еще наверх. Ну, подозревается, там никого нет, потому что искать все не положено. А вот это так, высоко нет никого, это странно. Куда-то пойду, наверное, в подвал сразу. Может, они по... Ой, кого-то я заметил. Иди сюда, мальчик, иди за ним. Почти. За ним. Двигай ногами, свинья. Двигай быстрей. Быстрей за ним, быстрей. Обманул. Бог ты, маленький негодяй. За ним, ребята. Не перепрыгнуть, я бы тебе показал. Ой, дурак, за дверью застрял. Неудачно ты застрял, но игра есть игра. Нечего было застревать. Так, сколько у нас еще игроков-то осталось? Это, о,
девочка. Смотри, хочет дверьку открыть. Иди сюда, я тебе открою дверьку. Зубит. Ах ты что за... Какая она ёлкая и быстрая. Еще ты захлопнула дверь перед моим рыльцем. Я тебе сейчас чуть в пятачок мой не дала дверью. Я тебя сейчас наказу. Ты последняя, по-моему, осталась. Иди сюда, хитрая. Иди сюда, в окошко. Ах, ты она нас прячется. Ну, давай поиграем в прятки. Я тоже умею играть в прятки. Подождем. Подождем. А вот и бежит. На, дубинка, тебе в лад. Вот так вот. Game over. Я всех замочил. Ребят, если вам понравилась моя охота, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут еще много-много видео интересных. Всем пока-пока. Хорошей охоты.